Добрый день. Видите, вот наши коты, они такие бесстрашные, они не боятся ни пылесоса, ни людей, никого. И поэтому, да, вот Ирина говорит, что писала, что это очень страшно, что они вот доверчивые, к любому пойдут на руки. А, кот? Ни пылесоса не боятся вообще ничего, ни Томочку не боятся. Ой, я тут пылесошу и заканчиваю уже, сейчас буду кушать готовить. Сначала приборкой занималась у детей, в комнате, везде. Да, коты? Ой, кушать надо готовить. А Тома, Алине маленько полегче. Тома, скажите дочь всем привет. Всем привет. Вот видите, как Алина красиво делает, Томочка. Ой-ой, сейчас и волосы перепутает. Алина тут лекарство стоит, сразу пьет. Поела? Поела, да, вообще. Угу. Красивую делаешь, Алину, да? Сколько-то ложку. Ну да, да. Тома. Блинчики просит Тома. Мама, блинчики хочу. А молоко сегодня не покупали еще. Сейчас папа придет, покушает. Да, я сварила суп. Суп у меня готов. Вот такой получился. Макарон мелких нету, лапши. Вот такого спагетти поломала туда. Я думала ракушку. Ракушки сильно крупные, я не люблю. И достала я курицу. Здесь ножки, тут еще такие три ножки. Потому что мы три курицы брали. И крылышки. Хочу просто их зажарить. И, наверное, макароны. В смысле, запечь в духовке. И, наверное, макароны отварю. Том, ты что делаешь? Ты суп будешь кушать? Да. А? Ну, сейчас. С майонезом. Кто тебя научил майонез есть? Покажи пальцем. А я-то что сразу? Ты тоже с майонезом все ешь? Бутерброды все с майонезом. Да, я тоже с майонезом ем. Угу. А я тоже хочу. Ладно, будем обедать. Собираемся с Томой гулять. Да, Тома? Вообще не разрешает мне помогать. Все сама и сама. Что, вывернула? Сумела все-таки? Давай, одевайся, давай. Маечка не глажена, но чистая зато. Давай, помогу, нет? Потому что надо на улицу пойти гулять. Давай. Вот. Осталось носочки одеть. Подтяни колготочки, дочь. Алинка маленькая была, 2 года такая. А я была большая? Ну. Вот столько? Да, столько-то было. У меня это скотч. Ну вот. Скотч? Угу. Прилип на обувь, на носки. Пойдем. Видите, как она свою одежду аккуратно положила. И обувь. Так. Мы пойдем сейчас в Томой магазин. Суп у меня готов. Картошку я поставила с мясом. Сначала хотела просто запечь курицу, а потом думаю, ну что, без картошки зря запекать. Почистила немножко картошки. Да, донечка моя?
Зачем ты их берешь? Магазин буду ходить. Так тут зимой ходит в сандалях, дочь. Ты что, мы сейчас будем вот эти одевать. Смотри, вот. Все, пойдем, пойдем в магазин. Папа тут все что-то делает и делает. Вот знаете... О! Что? Так лицо не вытирай. Посмотрела я, в общем, расписание. Сегодня будет в Боготоле «Холодное сердце 2». И главное, суббота, воскресенье не работает. Или не помню. Ну, в общем, я... вот знаете, я сама глазливая, все время все что-нибудь да сглажу себе. Уже все запланировала, что мы в пятницу поедем с детьми на «Холодное сердце 2». Там, тут же... папка заболел. Это, во-первых, ты, тебе еще до 15 числа нельзя на люди показывать. Во-вторых, Алинка температурит. Но... Сидим сегодня дома, никуда не ходим. Я во дворе хожу. Ну, во дворе ходишь. Папа, посмотрите, это у нас есть эти сидушки на санке. Я там не довязала немножко. Отпускать нельзя. И сегодня последний день, когда отлов. Тома, осторожно, чтобы не поцарапала тебя. Мы их проглистогонили. Но мы когда приехали с моря, глистогонили их. Сейчас вот опять. Обработали от блох всех. Не надо, чтобы она тебя облизывала. Не надо. Доченька, пойдем, милая. Нет, сильно она падать будет. Тома, мы пешком пойдем? А вы этот снегокат достали? Да, пешком пойдем. Пешком? Санки, давай хоть одни возьмем. Я сумку оставила в прихожей. Пап, принеси, а. Не, мы, наверное, на простых санках поедем, дочь, а. Ну, я тоже не знаю. У нас где-то есть специальные сидушки. Что за сумка? А пакеты обычные, пакеты. Мы пойдем в магазин сходим. Играться хотят. Отпустим завтра вечером. Нельзя сейчас отпускать, сразу поймают и увезут. А выкупать, наверное, платно. Тома, не разрешай лицо облизывать, не разрешай. Пойдем, Тома. Тома. Просто не хочу, чтобы облизывала. Собака есть собака. Зачем облизывать ребенка? Она прям лицо хочет облизывать. Что, пошли в магазин? Пойдем. Или за детьми поедем с папкой? Время уже за детьми ехать. И там походим в центре по магазинам. Сейчас руки промою. Пол-третьего. Пол-третьего только? Рано еще? Конечно. Ну ладно, потом пошли тогда. Пептик откачивать приехали. Нашли палку пуйка. Да, Тома? Сейчас Вася еще вторую сделает. В прошлом году у нас горка была, нынче не сделаешь, откачивать надо, слив. Мама, или септик. Ну, ну. Ага. Если что, будем ходить к соседям кататься, да? Вон у Кристины с Кости какая большая, там красивая горка. Да. Ага. Пойдем в магазин с Томой сходим. Снег идет. Мам, мы же одни. Не одни. Папа позже с девчонками поедет. Женя еще, наверное, музыкалки. А у Саши сегодня выходной. Нету ни танцев, ни шахмат. Они больше, знаете, они больше любят не ходить никуда. Просто продленку любят. Их поэтому пока в таком возрасте надо заставлять ходить в музыкалку, ходить на шахматы, на танцы.
На продленке у них воля. Они бегают с ребятишками. Они там, ну как бы, не надо же заниматься. Уроки поделали, они там и в шахматы играют, и в скакалку прыгают, и просто балуются. В общем, им больше нравится просто продленка. Но все равно я уговариваю, заставляю, чтобы ходили. У меня все дети ходили на продленку. И Настя, и Алина, и Дарина. Все. Настя, Алина, деваться некуда было. Мы работали. А Дарина уже тут в школу пошла. В Тюхтете. В первый класс. Ну, тоже ходила на продленку. Вот кто у нас весь снег убирает. Тома. Пыхтит только. О, как много насобирает. Мы на самом деле так и не вызвали врача, с Алиной посоветовались. Она говорит: мам, ну полечусь до воскресенья и в понедельник уже пойду в школу. А если в пятницу вызвать врача, она скажет прийти в пятницу. Это считает целая неделя. Недели, а потом неделю учиться и... Но, ну, в общем, мы решили так, что, ну, вроде как полегче ребенку, и поэтому... Так, сами полечим 2 дня. Ты написала учительнице, что болеешь? Да. Ну, вот так вот. Сходили мы с Томой в магазин. Молока, правда, уже отпили. И котам налили. Купили мы яблок. Взяла колбаску этот раз. Абаканскую какую-то, вот, Меркурий. Она с жирком. Вот первый раз взяла, думаю, попробую. По 275, что ли. Вафли у нас там... Пряники, по-моему, только есть. Очень... Даже пряников нет? Да есть там печенье, пряники. Они вот в этих цветных. Дочь, посмотри. Коробочка. Да. Да, виноград взяла. И забыла. Алина так любит. Виноград купила ей. Дети плоховато едят. Взяла сыр вот такой царский. Макароны, может быть, завтра сварю. И хлеб зерновой. И детям взяла наш первого сорта хлеб. Талаевский. И перец у меня заканчивается. Купила. Папа с Томочкой поехали за детьми. Скоро уже приедут. Вот. Картошка готова, да, доча? Картошка, да. Ну вот. Вот так вот у нас сегодня жизнь идет своим чередом. Потихоньку. Алина, она сказала, ей полегче. Она мне щеточкой почистит все паласы. Потому что невозможно. Хотела Дарину вчера попросить. Дарина поздно пришла, пока туда-сюда. А сегодня у Дарины танцы. В общем, а если домой не придет? Нет, она, наверное, прибежит, покушает и опять убежит. Ну, в общем, Алиночка потихоньку мне тут щеточкой почистит. А завтра уже, может быть, полы помоем. Мы раз в неделю моем. Вот, полы. Ну все, приступим. Че, пап, может, я помогу? Че подать? Найти соединитель, найти две штучки. Ну, Тотя, сейчас уронишь, все рассыпешь. Мы видим. Мне надо за столом. Дай сюда, Саша. Не надо играться, надо кушать. Скажите всем привет. Всем привет. А то я сегодня... Мы, кстати, сегодня утром проспали. За 10 минут собирались, да, дети? Ну, там звонка не было, он раньше был. Мы с него опоздали, прям звонок уже был? Нет. Наоборот, успели. Ну, я говорю, потому что за 10 минут собирались. Видите, у них даже не заплетено ничего. Хвостики, раз, раз, мам, и все. Я хочу вот это. Кого ты хочешь, картошку? Да. Ну, сейчас. Картошка с курочкой у меня готова. Алина, правда, за ней следила, то, что мы в магазин ходили. Алин, ты потом дожаривала, да? Ага, сейчас. Ну, так вот у меня получилось.
вкусненько. И коты там сразу. Приятного аппетита, дочь. Спасибо.